Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. До 15 сентября продлили ограничения для бизнеса. Спа-салоном, солярием, массажным кабинетом работать нельзя, дискотеки запрещены, как и массовые мероприятия. Новых ограничений не добавляется, хотя перейти на третий этап снятия Кировская область сейчас не готова. В Роспотребнадзоре отмечают, что для этого показатель распространенности коронавируса должен снизиться в два раза. Разрешено с 1 сентября работать дворцам культуры, художественным секциям и кружкам, государственным и частным, при условии ограничения числа посетителей и соблюдения требований Роспотребнадзора. Программа «Экономика». Руководители арбитражного суда отчитались о доходах. В этом году из-за коронавируса декларации судьям и другим работникам органов власти можно подавать в августе, хотя обычно срок до 1 апреля. Председатель арбитражного суда Кировской области Сергей Мартынов в 2019-м получил почти 4 миллиона рублей. Из имущества у него участок земли площадью более 6,5 тысяч квадратных метров, дом более 100 квадратов, две небольших квартиры, гараж, автомобиль Mitsubishi Pajero Sport и лодка. Зам Мартынова Роман Серегин, согласно его декларации, заработал 3 миллиона, другой зам Светлана Фадеева – 4. Экономика на 101 FM. Начался конкурс «Торговая марка года». Авиатская торгово-промышленная палата проводит его среди предприятий торговли и услуг. В этом году уже в 20-й раз. Специальная комиссия из представителей городской администрации, медуниверситета и ВТПП начала посещать претендентов на звание лучших. Первыми стали сеть супермаркетов «Глобус» и «Юркин парк». Оценивается качество услуг, сервис, оформление, новшества. Особое внимание уделяется соблюдению санитарных требований. Прием заявок от участников продолжается, их можно направлять в ВТПП. В завершении выпуска о валютах. Доллар и евро растут. Курс американской валюты на сегодня 73,77. Европейской 87 рублей 43 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.